этими некроморфами. Зашибись вообще. Полно их что-то стало. Это что, сосулька? Что-то почему-то она не падает. Бери дротик назад. Так, что-то у нас... Что вы тут запрятали? Да ни хрена они не запрятали. Где станок? Мне нужна импульсная винтовка. Наверное. Так, ну мы сейчас не дойдем до туда просто так. Поддержка патронами. Да, это улучшение, я знаю, оно вешается на какое-нибудь, ну, любое оружие. Давай двоих одним ударом. Патроны и аптечка. Это всегда надо. Так, ну чё это? Включаем, что это? Вверх, что ли, опять карабкаться? Чё за звуки? Сзади что ли кто-то? Блин, жоп реально. Давай, там главное, что с них ничего падать-то не будет, да. Сволочь, давай. Как перепрыгивать? Никак. Можно. Боком будем прыгать. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, ну усложняет нам задачу. Дротиком сложно попасть. По щупальцам, ну, незачем, мне кажется. Проще их так долбить. Потому что, ну, эта штука пробивает их броню. Так. Сюда теперь. И сейчас налево. Давай быстрее только. Чпоньк. Вот так вот, и все. Да чё ты беспокоишься? Нормально все. Пока ничего не сыпется. Лучше ускориться. Isaac, we're okay. We drove it off. Oh, thank God. Look, about Robert. I just don't understand why he would try to kill you. He blamed me for all the trouble we're in. He kept pushing to go home. I kept pushing to stay. But the mission is all that matters. I thought Robert understood that. I'm here for you. I mean that. Конечно. Дорогами. Так. Что у нас там по боту? А что, не могли за мной, что ли, подняться? О. Вон сколько ящиков. Сейчас повыпрыгивают. Почему они могли за мной забраться? За мной также забраться. Поэтому трос скалолазный. Есть, вот тут. Так, давай быстрей. Сейчас надо найти станок. И я тебя заберу с ресурсами. Так, что тут у нас? У нас тут пока какие-то ходы. Отлично. Ты сейчас сказал. Их лучше. Ой, бляха, муха. Лучше всего, наверное, конечности отрубать. Там, ну, нижние конечности, потому что. Да завались ты! Потому что тем самым мы их останавливаем. Задерживаем. Вот. Что-то с нее тут выпало. Блин, со всех сторон пруд, самое главное. Откуда мы тут? Да, вот из этих щелей, наверное. Вот для чего эти отверстия нужны. Так, и куда... А, подожди. Так, значит, сюда сейчас сходим. Так, а тут у нас ресурсы, артефакт. По описанию очевидцев, особь очень похожа на замерзшее существо, которое мы обнаружили на раскопе первого комплекса, и на экземпляры, которые мы собираем по частям второго комплекса на горе. Это странное
ракообразные, на которые можно наткнуться в морской глубоководной экспедиции, но никак не в промерзшей пустыне. Блин, они говорят про какое-то непонятное существо, которое... О, еще один бот. Охренеть. Вот, они говорят про какое-то существо. Мне кажется, это и есть тот огромный паук, которого мы никак не победим. Но это не страшно. А если это какой-то новый, новая тварь какая-то? Мне кажется, это похуже. It's infested pretty bad up here. I hope I find a wench soon. Isaac, just be careful. I don't need to lose both you and Robert in the same day. Thanks, Ellie. Что, робот, что ли, пришел только что? Пилорез. Замечательно. Так, они в пещере, но я сейчас к ним приду. Так, ладно. Что тут у нас есть? Пилорез. Охренеть, сколько всего. Пилорез, это, конечно, круто. Хм. Так, что тут у нас? Компактная станина. Ну, замечательно. Здесь у нас, видимо, какое-то улучшение. Так, патроны. Так, взяли. Закупились. Здесь... Стазис пока не нужно. И по чертежам. Вот у нас тут есть много новых оружий. Давайте, мне кажется, вот чистильщик силовой, балластрел. У кого урон? И импульсный маленький. Так, это что такое? Потрошитель для экономии патронов. Ущерба. Ну, для ближнего, наверное, говно какое-нибудь. Силовой пистолет. Можно что-нибудь самим замутить? Тут станина. Тяжелая. Создание новое. Пилорез вот можно. Это что такое? Сейсмоанализатор. Детонирующие заряды. Метрический зонт, кстати. Пилорез есть. Горелка. Плазморез. Пилорез. Да, можно как-нибудь замутить. А может быть тут, кстати, и дешевле. Давайте вот посмотрим на вот эти чертежи. Почем тут пилорезик-то наш? Где он тут? Сволочь, где он? Нет его, что ли, еще, наверное, да. Не открыт. Точнее, нельзя его купить. Хотя хрен его знает. Так, ну что будем брать-то, ёкарный мамай. А, вот, смотрите. Так, нижний блок мощный. Справа, видите, указано. Это вообще не надо перезаряжать. Пистолет. Так, ну давайте посмотрим. Вот этот самый такой более-менее нормальный. По, ну, средний урон между ними. Балластрел, базовый лазерный пистолет. Так. Так. Ну что будем? Давайте сейчас быстренько подумаю. Сейчас, извините, что задерживаем. Так, стандартный, допустим, тяжелый. Что тут можно? Пилорезы всякие. Метрический зонт, плазморез, пилорез. Так, ну это... Близко, радиус близкого, ближнее действие. Компактная станина. Что у нас тут? Метрический. Метрический хороший, мне кажется, урончик. Ладно, давайте возьмем все-таки импульсную, наверное. Где она? Вот чистильщик еще хороший. Так, силовой тоже. Неплохо. Вот это вот классное. И вот это вот оружие, которое... Электромет и гидравлический молот мне не нравится. Не хочу я этот молот. Так, ладно, берем импульсную, наверное, винтовочку. Правда, они дороговаты. Ну ладно, давайте собрать. И давайте вот на место... Давайте сначала в сейф берем. Надо все попробовать, что. А, далее. С читами.
А, типа она у меня есть, да? А что, я могу улучшить, нет? Подожди, я же собрал уже. Так, модификация. Давайте вот тут вот мы убрать цепь. Это не обязательно вообще. И поставим на импульсную. Да. А, модифицируем сразу. Что у нас тут есть? Так. Во-первых, урон сразу. Так, вот урон плюс перезарядка. Это... Давать нафиг мы не будем. Плюс темп стрельбы сразу. Мы увеличиваем темп. Что-нибудь такое двойное. Так, сейчас скажу. Темп стрельбы. Вот, два темпа минус обойма. Темп стрельбы. Ну, обойма там не особо, наверное, много. Не знаю. Вот, плюс один темп. Так, отлично. Дальше на этом мы качаем урон и обойма. Так, два, плюс одна обойма лучше. Здесь мы что делаем? Ну, пока все, наверное. Или откроем. Да, двадцатку откроем. И опять темп стрельбы. Плюс еще один темп. Ну и пока сойдет. Все, по аптечкам вроде. Ну, все, теперь скорее надо валить. А то задержались. Очень задержались. Так, ой, как мало. Или подожди. Три патрона. Да, надо обойму качать. А по патронам тоже не очень круто здесь. Ну ладно, посмотрим, что за пушкинцы. Обязательно надо ее качнуть. Но, мне кажется, во второй части все-таки, в первой части и во второй были прокачки получше, как по мне. Там все проще было. Силовые узлы вставил и прокачал. Так, вот еще ящик запрятали, засраться такие. Так, нам опять наверх. Наверх. Так, подожди, а бот у нас... Опять тут ничего нет. Ну ладно, давайте. Погнали. Включаем. Так, хорошо. Мы все, выше и выше мы поднимаемся. Все, чтобы... А, я думал преклониться, надо замедлить. Все, я понял. Короче, стазис заморозить их. Скоро и кинезис в ход пойдет. Уже и стреляли, и стазисом, и всем подряд. Так, я знаю, что надо сейчас делать будет. Давай, Эзик. Я не догоняю, ну ладно. Правда, я не очень догнал, что делать. Ну, в смысле, не понял, в общем. Ладно. Так, еще раз. Вверх. Допустим, так. Ну, давай, лезь ты, ёптить. Что ты делаешь? Блин, вот мудила-то, Айзек. Надо ее перелезть побыстрее, чтобы или что? А это что такое? Да что меня сбивает-то, я не пойму, ёп. Бесит еще вот это вот, управление. Ну, в смысле, когда ты лезешь, оно немного корявое. Я не пойму, это наверху штука болтается. Ее надо морозить или вообще что с ней делать? Вот говно-то, а? Знаете, что делать? Допустим, я меня... Да вот что он падает? Лохопед. Допустим, так. Я как понял. Не, я не понял. Вот что сейчас делать? Сюда что ли? Нет? Я не понял, меня вот эта штука сбивает или... Да, ее тоже, наверное, надо убрать. Все, давай. Собака. Чё? Вы гоните, я до неё дотронулся только. Так, у меня там стазис не кончается, это бывает глюки. Так, все, все, собака. Еще раз погнали. Я, кажется, догадываюсь, в чем дело. Примерно, примерно.
Так, морозим эту штуку. Непонятно зачем. Ну, вроде так бы успели. Ну, ладно. Дальше. Морозим вот эту. Ну, вот что он делает, блин? Вот хрен ли он прыгает вправо? Я даже не нажимал. Честно. На, я не дотягиваюсь. Что мне делать-то? Так, я не пойму, а куда мне надо потом? Может быть, надо сделать вот так и... Нет, стоп, я не пойму, куда мне потом-то надо. Туда, что ли, перепрыгнуть? Что-то мне не удается. Может, повыше поднять? Так я повыше в тот раз поднялся, блин. Красавцы вообще. Чё ты не морозишь? Давай, давай, пожалуйста, пожалуйста, верно. Давай, 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 давай. Вообще, отстрелить эту штуку надо было. Она что, еще от середины стреляет? Наконец-то. Мы надрали задницу этой скале, этой, этому заданию. Отлично, еще один бот. Блин, о нет, собака, нашел время. Падло, это кто сейчас сделал? Коры, плевать на меня, давай. Мимо. Сопли свои пускаешь. Так, что тут у тебя выпало? Опять тут пердит там. Конечно, нужно увеличивать обойму для обоев. Для обоих средств, скажем, да? Для обоих режимов огня. Да. Это однозначно. Да это что такое? Сколько их там? Вот. Ну еще что-то. Ну, скорострел, не знаю, может быть. Но обойма это точно, обойма. Урон, естественно, наверное. Для меня больше всегда обойма на первом месте является. Так. Надо вот на ячейку поставить. Ладно. Так, что-то маловато с них дали как-то. Ага. У нас тут конструкция опять эта с лесенкой. Ладно, давайте заберемся. Надо было сразу ящик ломать, а то нам еще не дадут. Сейчас попробуем включить. What's our next step? Well, we now know that in order to turn off the machine, we'll need some sort of key. The researchers called it the codec. Okay. So where is it? We have to make one. And how do we do that? The same way they did 200 years ago with Rosetta's research. Oh my God! Take it easy, take it easy. Just blown a fuse. Maybe I can divert power from the lights. Так, хорошо. Что-то нам надо сделать тут. Давай, открывай. Ой, что это? So, tell me about this, Rosetta. Well, we don't know much. Just that the codex was made from her research. Where will we find it? In the facility at the top of this mountain. Great. See? We're almost done. Ой. А, подожди. Что-то сбалансировать тут надо. А какой стрелке-то относится? Не пойму, что-то я. Так. Чё это такое вообще? А можно как-нибудь это... Я ничего не понимаю, подожди. Да что ты делаешь? Я мышкой дернул всего лишь.
Я не пойму, как балансировать. Можно ли число выставить? И чё? А! Подожди. Чё-то я не догоняю. Типа 90... Блин, тупизм, а? Подожди. 90, 70... 70... Они на одинаковом уровне... Бляха, муха, не ту кнопку нажал. Они на одинаковом уровне должны быть, или что, они не догоняют? Ну, угад, что ли, долбить, или чё? Не въехал немного. Цифры зачем эти? Надо что-то посчитать, наверное. Ну, ладно, посмотрим. Так, вот эту штуку мы уже крутили, да, значит, вот это сейчас. Зачем ты шлем снимаешь? Холодно же. Ни хрена ты, Геракл. Там одна клетка весит больше, чем они втроем. Принцип рычага, чё. See, that wasn't so bad. Not bad. I was crying the whole way. Just get me some solid ground under my... О, все, у нас минус один товарищ. Охрен ли ты там задерживаешься? Они вон уже здесь. Азик, бросай. Втроем дотянем, че ты. Не давай руку. Ты кому даешь руку? Некроморфу? Красавчик! Вот к чему приводит ссора. Без толку вообще, все равно рухнули. Pulling the whole cliff down, you couldn't have saved her. Can you get back up here? Yeah, I think there's a way up around the side. Так, добавлено задание. Встретиться с Эллем.